Всех приветствую. Ну вот я перебежал в другое место уже. Здесь нашел малость рыбов. Это ежовики. Пару подзеленок нашел. Ну, 4 ежовика и пару подзеленок. И вот только что попались такие вот 2 рыба. Ну старые очень. Разбросаю их малость по округе. Хай грибница расплодится. Вот прилетела вошь лосиная где-то. Пытаюсь словить. Хотел показать. Ладно. Словлю, так покажу. Что за такая насекомая. Боровичков то не видно, вот 2 белых было, ну старые сильно. Пойдем туда дальше, там может что хорошее найдем. Сейчас у нас уже гляну время, сколько там, 16:23. 31 октября. Уже солнце видно над лесом самым. Скоро сядет. Это 4 часа. 4,5. 5, 6, 7. Это через часа 2 уже темнеть будет. Все-таки уже осень. Второй месяц. Такие вторые, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это уже 3-й месяц будет осени. Ну, сегодня погодка хорошая такая. И тепло, и солнце проглядывает. Единственное, что сыро. Вот его. Нашел 2 ежовика. Заберу. Мы немного что-то насбирали. На поджарку будет. Еще какие-то грибы растут. Интересно, что за такие. Вроде решетовики. Да, их не разбираюсь, так не беру. В основном интересуют зеленки белые. Самые такие грибы ходовые для меня. Это зеленка. Зеленка и белый гриб. Ну и эти вот ежовики еще нравятся. Тот год то много было и белых, и ежовиков тоже. В этом не очень. В этом месте хорошо боровички росли. Ну, сейчас уже не видно. Все-таки. Можно сказать, 3-й месяц уже осени. Вот, видно, черноголовый гриб был. Кто-то срезал добросил. Значит, уже и тут прошли. Видно, вчера срезали. Ну, походим, может что молоденькое найдем. Спешить не буду. О, зеленочки. Чуть ведро на зеленку не поставим. Будем вырывать их. Чтоб с корником. О, прикол, наверх выняло. Зеленка одна другую. В песке, конечно, но это же зеленка. Буду их в сторонку ложить. От таких, что чистые. Ну, немного добавилось уже.
смотрю сразу по сторонам. О, сидишь, так видно хорошо, где какие грибы притаиваются. Вот того. Еще что-то тут у нас. Это уже все срезали. Больше не видать. Нашли малость. Я, скорее всего, что зеленки помою да присолю. Отваривать не буду. Они соленые, вкусные. Песок сдул, так. Не видно боли. Вот боровичков не видно. Нема. Если бы такая погода была месяц назад или полтора, то были бы грибы в этом году много. Так уже получается. У нас третий месяц осени. Можно сказать, уже некогда ими расти будет. Еще покуда мороза нету, так зеленки то будут, наверное, после дождей. Уже у нас тупик, дальше там пошли кусты. Я туда редко хожу. Не видать ничего более. Ну, так, что было, то пособирал. Что я тут нашел у нас? Ой, ведро упустил. С руки снимал. Немного во ежовики. В сторонку их отложу. Две подзеленочки. И вот это зеленок немного. От песка их отмыть. И засыпать солью надо. Соленые вкусные грибы. Там у нас растет такое. Это семейство непонятное. Темненький грибок. Пройду еще сюда вот по краешку этому. Может, с этой стороны. Что выросло. Странно, что ни одного белого не занимает. Только два стареньких нашел еще. Если еще не поленюсь, то перееду в другое место. Там лесок больше таки солнцем прогревается. Может, там им больше будет. Может, даже боровичка найдем их. Если что будет, их сниму, покажу. А не будет, так уже ладно. Солнце.
кажется, уже за деревьями схвалась. В лесу добрый. Тишина. Да дождь прошел, да к лесам пахнет. И только что понакидали пачек сигарет, ходили. По одному усорили. Уже, наверное, недели две, так я в лесу не был. Еще некогда было. То на поле там картошка, то бураки, то еще что-нибудь. Но, походу, этот был раньше. Боровичок. Уже старый, такой страшный. Ну, боровичок был. Заброшу эту массу в сторонку туда. Ай, грибница разносится. И туда троху, так, все. Пораскидал малость. Ну вот уже видно, что походу грибы отошли. То, что старенькие, гнилые. Было пару так дней заморозков, так подморозило, да еще. Ну, зеленка то пошла расти. Зеленка, ежовики. А белючки отошли, получается. Ладно, вышел я уже обратно с это наша уголка. Здесь углом получается так. Там уже нет, сейчас снимать особо. Пойду, короче, я к машине. На этом я буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.